Книгу представили в выставочном зале Барановичского краеведческого музея. Сюда приехали представители издательства, работники межрайонной прокуратуры, молодежь. Про войну, наверное, все уже знаем, все помним, все изучено. Оказывается, нет. Издание «Геноцид белорусского народа» состоит из нескольких глав, в каждой из которых уделено внимание историческим событиям в каждом регионе страны в отдельности. Достаточно широко описаны и события, происходившие в Барановичах и Барановичском районе. Например, есть сведения о жестокости фашистов в Колдычевском лагере смерти. Такая детальная информация попадает в широкий доступ впервые. В представленной сегодня книге «Геноцид белорусского народа» подробным образом исследованы материалы, свидетельствующие о планах нацистов по уничтожению белорусского народа. Представлены объективные данные, указывающие на массовые факты уничтожения белорусских граждан. Каждый абзац – ссылка на архив, а в нем материалы уголовного дела, каждый факт которого дотошно проверен. По словам главного редактора издательства «Беларусь» Ларисы Языкович, это уже второй тираж – 1500 экземпляров. Первый, ровно в 1000, разошелся буквально за месяц. Судя по значительному спросу, не исключено, что не за горами и третий выпуск. Она оставляет очень такую большую зарубку на сердце. Когда вот читаешь эти материалы, я читала перед тем, как мы издавали в печать, ну, неделю нельзя спать, потому что это все через себя пропускаешь, все эти воспоминания читаешь, вот как сгоняли людей, как их там штыками кололи, как их живыми в ямы сбрасывали, как сжигали. Это очень сложно понять и простить. Анна Готовчиц начала увлекаться историей около года назад, после поступления в Барановичский колледж легкой промышленности. Интерес к событиям прошлого привил учитель, как результат – десятка за экзамен, как раз по теме геноцида. На презентацию книги пришла узнать о том, что было умышленно скрыто. В наше время это актуальная тема. Мы должны знать, как молодое поколение, как происходило на войне, что геноцид представлял собой. Более старшее поколение уже знает немного о чем это. А мы, как молодое поколение, должны продолжать говорить об этом, думать. Книга «Геноцид белорусского народа» рассчитана на широкий круг читателей – историков, научных и музейных работников, исследователей, преподавателей. В издательстве надеются, что эта книга будет в каждой библиотеке – домашней и школьной, чтобы всем вместе противостоять реабилитации нацизма в стране. Татьяна Манчак, Людмила Салдина, Николай Руцкий, телерадиокомпания «Брест».